Вы наверняка обращали внимание, люди, пережившие Великую Отечественную войну, никогда не выбрасывают корочки хлеба и до последнего латают старенькую одежду. Это телепроект «Человек в городе». Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных детям Великой Отечественной войны. Родилась я в Ленинграде 20 августа 1933 года. Я только собиралась в первый класс идти, в школу. У меня были такие планы. Школа была через дорогу. Думала, что вот я в школу пойду. Ну, а тут какая-то эвакуация, это слово, которое непонятно было для меня. Дети войны набивались все плушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Дядя приходит, там сборы эти были, толчья какая-то, и говорит, что некоторые бабушки с учителями едут в эвакуацию. И я добился разрешения, что и наша бабушка тоже с нами поедет. Ну и бабушка пошла же она провожать нас. Это был июль месяц. В чем она была, в том и поехала. А может, не было войны, и людям все это приснилось. Опустошенная земля, расстрелы и концлагеря, хаты не братские могилы. Выпал снег, и нас собрали всех и на вокзал, на повозке, сани, запряженные лошадьми, и поехали мы на вокзал. На вокзал приехали, нас такие вот, как называют, телячьи вагоны поместили. Там внутри были палати построены в два этажа деревянные. И вот все дети там в один вагон нам выделили, вся школа. Стояла печка-буржуйка внутри этого вагона. В углу стояло ведро, ну как параша. Помню эти деревянные столы длинные, за которым мы сидели, и нам раскладывали еду. Вот это такие глиняные миски. Вот мы сидим, нас, значит, обходят, и нам в эти миски там наливают, ну, мороженое, картошка сладкая. А брат, я впервые узнала это слово. А брат, это так. Такая от молока там что-то, я даже не знаю, или снятое какое молоко. Вот говорили, это сегодня обрат, сегодня обрат. Значит, это уже пир. Дети войны, дети войны, дети войны. Я родилась Хмельницкая область, Староконстантиновский район, деревня Огиевцы. У нас была, конечно, семья очень большая. Когда началась война, папу, маму, все были дома, дедушка, бабушка. Сильно голодовали люди, сильно не было ничего кушать. И очень вот это голодное время переживала тяжело бабушка. Она ходила просить хлеба за подаянием на крылечко булочной станет. У нее мешочек такой был. Ну и кричит, подайте хоть крошечку хлебца. Вот наберет этот мешочек, ей подавали, и принесет домой, там в воде разведет, и тюри такая помнет. И мама мне уже наказывает, ты смотри, не смей бабушкин хлеб, и тюрю не смей брать. Вот, а хочется, конечно, жили мы тяжело. Как-то другие там жили полегче.
Так, я помню, что нас подкармливали, меня подкармливали, бабушку подкармливали, все вот соседи по общежитию. У нас очень большая была голубятница. Папа очень любил, но когда он уже ушел, ну так они и остались, потому что это. И вот они когда зашли, и они вот это всех это самое, как говорится, поуничтожали. И бабушку заставили, чтобы бабушка все ощипала. Она все ощипала, большой вот такой был этот чугун. И в этот чугун они все вот это без картошки, без ничего, просто вот это мясо. Хорошо, что бабушка видела, когда они сыпали, ну, не соль, а что-то другое такое, ну, наподобие яд, наверное, какой-то. И уже действительно, когда наши зашли, вот тут это, бабушка сказала, он голодный, страшно, солдаты. Кинулись, а, немцев, то и все, и вы готовили немцев. Бабушка говорит, никому я не готовила, ради бога, не ешьте, умрете. Да, тебе жалко, то и все, и, ну, кричали вот так, знаете это. А потом бабушка говорит, хорошо, возьмите, вон собака, говорит, на привязи, а он кот сидит. Вытащите и бросьте, и увидите. Действительно, не прошло даже 5 минут, не прошло. И собака умерла, и кошка умерла, и они тут уже поверили. Ну, они голодные были все, тоже бедные, усталые. Дети войны, нас баюкали русские женщины. Буду помнить я тысячи дней, руки добрых чужих матерей, руки добрых чужих матерей. Очень тяжелые воспоминания, то, что мы все дети, мы все болели. Болели чесоткой. Чесотка не просто прыщики, а чесотка со струпьями. Когда меня мама привезла в Новосибирск, вот она меня повела к врачу, вот это я помню. А потом помню, что меня вывели за дверь в коридор, мама говорит, посиди здесь. Вот, а сама она зашла, и мама потом рассказывала, что врач ей говорит, я вас сейчас под суд отдам за ребенка. Мол, довели ее до такого состояния. Она говорит, нет, я ее только-только привезла. Буквально 2 дня, как с поезда приехали. Вот, и я была, в школу пошла. У меня все пальцы, руки, все были в бинтах, перебинтованные. Потому что общаться со мной страшно было, раны сплошные. Я помню, это процедура или это зал, что ли, как он там, закуток такой, скобиозорий назывался. Вот это я помню. Вот что меня ставили на табуретку и из этого душа какой-то щелочной жидкостью обливали. Боль была жуткая. Вот, и слезы текли. Я не кричала, я только плакала. Молча и так стонала, что очень больно было. Вот у меня тут вот сохранились даже письма, когда пишу маме. Мама, пожалуйста, привези иголку с ниткой, не в чтом дырки зашивать. Если б ты видела, какая бабушка у нас, она вся голая, в шее столько было. Вот я приду к ним в комнатку, беру эту бабушкину безрукавку, ну, она прошита, простеганная такая, и начинаю этих в шее давить. И потом бабушке докладываю. Бабушка, сегодня я 67 штук. Бабушка, а сегодня у меня там 120. Был голодный детство. Разутый, раздетый, юность. Мы ходили, уже нам 18, был 17, мы и ребятки, и мы, не как вот сейчас друг перед другом одевается, мы ходили все очень бедно одетые, очень бедно друг с друга, как говорится. Одни валенки на пятерых были в семье.